Всем привет, дорогие друзья! Вы находитесь на канале Технобар Плюс. Сегодня у нас свеженькое видео. Как обычно, первым оно выходит на моем телеграм-канале, на который вы можете подписаться в ссылке под этим видео. Друзья, желаю приятного просмотра. Как обычно, всех обнял. Всем привет, дорогие друзья! Вы находитесь на канале Технобар Плюс. Сегодня играем в лотерею 100 лото. Счастливое число, как видите, здесь стирается. Ну и дальше стирается, ищется это счастливое число здесь. 100 лото за 200 рублей. Честно говоря, я не знаю, это мне кажется, за эту лотерею это дороговато. Но приятный желтый цвет, черные вот такие вот буковки заставляют многих думать иначе. Вроде бы красивое, потратили много краски, значит, что должно выиграться. Не знаю, друзья. 15 призов по 2 миллиона, 30 призов по миллиону. Какие еще есть призы? По 100, по 200, по 800. По 2000 и так далее. 65% призовой фонд. Честно, от этой лотереи сегодня ничего не жду. Обязательно подпишитесь на канал Технобар Плюс. Давайте будем начинать. Семерочка. Ох, какое число красивое. Ба. Мне прям нравится. Семерка. Ищем семерочку. О, и тут же она выпадает. Класс. Класс. Семерочка. Ну, надеюсь, тут хотя бы какой-то минимальный приз. Сотка. Хотя бы сотку поднял. Уже было бы неплохо. Так, троечка. Девяточка. 23, 18, 44, 35 и 48. Интересно, что ж тут под семеркой? Я думаю, сотка будет, друзья. А что думаете вот вы? Поставьте вот прям на паузу видос сейчас и напишите в комментах, что вы думаете, какой будет приз здесь под семеркой. Покажу поближе, видите? Семерка, счастливое число и семерочка здесь. Я думаю, сотка будет. Так. Нолик. Будем интригу держать, друзья. Видите, нолик. Второй нолик. Вот что здесь будет? Сотня? Я думаю, даже две все-таки. Да, две сотни, друзья. Две сотни. Я ошибся. В приятную сторону, как говорится, ошибся. Сегодня две сотни у нас приз. Но это хорошо, мне это нравится, меня это более чем устраивает. Кстати, обратите внимание, как неплохо снимать стал Vivo V27. Кстати, сравнительный обзор, как снимает видео Vivo V27 и Vivo V25 Pro. Мой основной смартфон на теперешний день. OnePlus 8 Pro я продал и не жалею. Как-то так, друзья, обязательно подпишитесь на канал Технобар Плюс, будет вам счастье. Семерочка — это удачное число, видите, семерка здесь. Как-то так. Я, как обычно, всех обнял.